Здравствуйте все, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Наш выпуск сегодня, как всегда, раз в месяц я обращаюсь к вам с просьбой помочь нам финансово на питание. К сожалению. Еще раз хочу сказать, что очень сильно все подорожало. Мясопродукции, которые я могла покупать по 64 рубля, по 49 сейчас выросло в разы. Меньше 80 рублей. Найти чего-то собакам просто нереально. Мне сейчас привозят колбасу за килограмм. Это 80 рублей. Куриные спинки 84 рубля. Как я кормлю собак и куда уходят наши финансы, ваши финансы, вы все увидите в этом ролике. Я считаю, что если вы занимаетесь животными, то никакие корма не могут заменить натуральную пищу. И если вы занимаетесь животными, значит, как бы, как я всегда говорю, все лучше для зайцев. Да, сейчас у нас очень сложный период. У нас с 8 числа Оззи, Арчи лежат в клинике. У Оззи не совсем пока благоприятные прогнозы. Девочка у нас не встает. Пока самостоятельно не писает. Но там такие переломы. В общем, все это вы увидите в следующих роликах. Завтра коротко скажу, кто переживает за судьбу Локи. В воскресенье везу его в клинику в Москву на полное МРТ. Так как ребенок месячный, хрупкий, надо понимать, что возможно сделать сейчас в этой ситуации. Но это тоже все будет в следующих роликах. А сейчас моя просьба именно к вам помочь нам финансово на питание. К сожалению, финансовые средства как приходят, так и уходят. В клинике у нас с января месяца долгов нету. Я стараюсь все сборы, которые происходят финансово, на больных животных сразу оплачивать клинику. Для меня спокойнее, когда есть резерв. Потому что каждый раз плакать, просить мне тоже очень стыдно. Но прошу не для себя, прошу для них. Вот такой вот, к сожалению, поток больных животных у нас сейчас идет, но и отказать я им не могу. Уважаемая моя большая такая дружная семья, в данном ролике вы видите наших собачек. Все они счастливы, все живут в любви, в заботе. Может быть, кому-то кто-то приглянется. Всегда надеюсь на это, что, может быть, очередной какой-нибудь наш пушистик западет кому-то в душу. Очень будем рады, если вы выберете себе пушистого друга с нашего приюта. Обращаюсь к вам, моя такая большая дружная семья, с просьбой помочь нам с питанием. Денег реально, увы и ах, осталось 7 с небольшим тысяч. Это сегодня, мы растянем и завтра. Вы видите, что много очень уходит средств на лечение больных собак. Но питание тоже это всегда очень важно. Важно, чтобы собаки не голодали. В скором будущем мы планируем с Марианной сделать, как и раньше это было, Яндекс.Диск, для того, чтобы вы могли смотреть наши отчеты, потому что их очень-очень много, особенно с клиники. И вы будете, чтобы все было прозрачно, и как бы вы могли понимать, куда уходят ваши финансовые средства. Да, я очень... Многие подписчики, спасибо вам огромное, что вы со мной, что вы откликаетесь. Моя такая большая дружная семья. Спасибо вам, что вы с нами, вот, что вы
поддерживаете нас. Ну, да, я плачу, я 8 лет. 8 лет, уже в мае будет 9 ровно, как я занимаюсь. Одна в этом городе тащу всех тяжелых собак, плюс бездомыши. Я их, говорю, никогда не бросаю, потому что в последнее время в нашем подслушано можно увидеть только крики о том, что надо всех стрелять, истреблять, травить. Недавно, кстати, была отравлена наша собачка Найда. Спасибо опять всем моим друзьям, кто вовремя увидел. Позвонили в 6 утра, мы экстренно выехали, собачку спасли. Сейчас Найдуся уехала ко мне в приют. И иногда не понимаешь, что происходит с людьми. Почему мир стал так жесток? Почему люди перестают быть людьми в погоне за счастьем, за богатством? Люди забывают о своей душе. Я всегда говорю, богатой должна быть душа. Это важно. Друзья, очень прошу вас, не оставьте наш приют в тяжелом состоянии сейчас, да, финансово тяжелом. У нас заканчиваются, к сожалению, финансы на питание. Я прошу каждого откликнуться, у вас 3000 человек. Ваши 50-100 рублей помогут собачкам хорошо кушать и жить полноценной жизнью. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.